Вот недавно, выступая перед афганцами, вы заявили, что в Украине идет внутренняя война, и что многие, так, не многие, а воины АТО не понимают, за что они воюют и почему они там. Вот у меня вопрос, у нас вопрос. Что такое внутренняя война в понимании гражданина Вершинина? И приведите, пожалуйста, факты, на какие вы опираетесь, говоря о том, что наши воины, наши герои не понимают, почему они воюют. На наш взгляд, это вопросы имеют такой цивилизационный характер. Отвечая на эти вопросы, мы определяемся, куда мы, кто мы, куда мы идем, в какую страну мы строим. То, что было сказано на встрече в музее, знаете, я пытался объяснить, почему я возмутился, потому что мое мнение, я не считаю, что это внутренний конфликт. Это не внутренний конфликт, это агрессор со стороны России. Но я считаю, что мы воюем, ведь используют же нас. Мы воюем другой раз между собой, к чему призывает. Сейчас даже Америка нас призвала к тому, чтобы мы объединились. Все абсолютно партии, все направления. Давайте вместе объединимся, если у нас есть одна цель. Если у нас есть Украина, а она есть Украина. И я считаю, что мы должны поддерживать интересы нашей державы, интересы нашей Украины, потому что она у нас одна. Независимо от политических взглядов, независимо от национальности, кто бы мы ни были, у нас одна страна. А то, что каждый понимает так, как он понимает, ну каждый понимает, может быть. Может быть там, понимаете, я правильно депутат Чекалин сказал, что я становлюсь публичным, чисто агрессор. Агрессор это Россия. Она и забрала Крым, она, если бы не она, то в принципе проблем бы не было.